Заходим в лес. Очередной раз. Это заход. И сейчас я покажу, кто нас встречает. Вот подъезжает. Уже большенький. И вот в таком лесочке. Чуреньком. Вот беленький. Раз. Такой. Красавчик. Беленький. Два. Еще один. Красавчик. Три. Еще один. Беленький. Четыре. Вот. Вот. Красавец. Так, осмотримся. Что здесь может еще быть? Ну, пока так, с почином. Будем считать, что уже нам в чем-то повезло. Тихая охота началась. Достали. Все аккуратненькие, красивые. Тишина, даже птички не поют, комары только кусаются. Иду, мне кажется, уже прошел. И все-таки нашел. Вот такой красавчик. Вот он. Беленький. Посмотрим, что из него тут. О, комарьё. Комарики. Ну, хороший. Фазаночки такие. Красивые. Много их. Вот их. Но и есть среди них беленькие. Вот он. Вот он. Беленький такой. Один. Посмотрим рядышком. Вот он еще один. Кто-то на него наступил с утра. Но я подберу. Нормальный. Собираю я вечером. После работы. Так, что еще здесь есть? Вот какие они жирные, мясистые. Но мы их не берем. О, ладно. Хорошенький. Это не наш мы берем. А вот он наш. Вот он. Беленький. Худенький. Возьмем, ну-ка, этот. Тоже беленький. Тоже худенький. Из четырех два. А кого не заметили, он перерос. Немножко. Смотрим рядышком. Еще. Вот тут. Мухоморчики. Это мухоморчики. Мухоморчики. Ляночки. Так. Не видно. Беленьких пока не видно. Волчья ягода. И рядышком. Я нашел грибочек. О, и не один. О, сразу не заметил. Вот он беленький. Один. Вот они два. Красавца. Два. А там третий. Четвертый. Под елкой неудобно. Пятый. И вот еще шестой. Хорошенький. И осмотримся. Вот такой набор. Под волчьи ягоды. Есть еще что-нибудь? Со соседней елочкой. Не может такого большого. Семейство росло одно. Получается, что одно. Индивидуалы. Вот в таком непонятном лесу. Чернолесье. Не мох. Ничего. Еле пролазная такая. Чаще.
невзрачные есть, но есть грибы. Все собираем. Вот они наши беленькие. Вот они красавцы. Стоит красавица, ждет меня. Ой, лягушка попрыгала. И уела лягушка. Ой, ну нет, наверное. Все уже. Не очень хороший. Нашел еще один. Небольшой такой. Небольшой. Ну все уже. Свернул я на окраину леса. Иду по дороге практически. И вот здесь сюрприз. Вот этот сюрпризик. О, какой хорошенький. Такой грибочек получился. Как на картинке. Корзиночка его. Называется «Не проходите мимо». Дорога. Квадроцикл ездит. Лежит труба водная. И у трубы. Раз. И два. Ну, посмотрим, что это такое. Беленький. Раз. И беленький. О, хрустит. Два. Применем. Вот такие братцы получились. Корзиночку. Дубль 2. Не проходите мимо. Вот так вот. Сейчас посмотрим, что это такое. Ну-ка. Вот. Красавцы. Комаров вокруг полно. Но мы отвоюем у них грибочек. Все. Корзиночку. Вот показатель белых грибов. Вот такой он должен быть. Это да. Картиночка. Продолжаем поход в лес. Идем по дороге и находим грибочки. Вот они такие. Беленькие. Красивенькие. Просто на дороге, на дороге, на дороге, на дороге растут грибочки. Так вот, гуляем по протоптанной дороге и находим вот такие вот, ну, вытаскивайся, родной, вот такие. Находим вот такие бомбончики. Очень красивые. Так. Второй ряд. Посмотрим рядышком. Ну, вот так мне нравится собирать грибы. В этом лесу. Это что такое? Это маховик, но он немножко уже завял. Не пропустил ничего. Вроде бы нет. Поэтому. Что это за гриб здесь? Ну-ка давай посмотрим. Оп, оп. Ох, он в муравейнике. Муравьи вот. Верзут. Ну тоже беленький, тоже хорошенький. Видимо, ведь я пропустил. Так, еще посмотрим. Вот так, полезно. Обойти. Всю эту территорию. Туда далеко ходить не будем. Все на дороге. Все, вот так вот. Грызут меня комары. Надо побрызгаться. И начался небольшой дождик. Ускоряюсь я. Но пройти не могу мимо. Так вот, грибочек. Раз. Подосиновик. И не пойму. Вот грибочки, это нет, не берем. Ой, вот они. Еще грибочки. А, это по березовке. По березовке черноголовки. Ой, ой, возьмем их. Возьмем. Тут еще парочка
Один без башки. Головой с головой. Нет больше-то? Наклонишься. Так, эта дорога очень хорошая. Все, собрался домой. Выхожу. Вон там уже дорога около березки. И что я вижу? Вот еще посмотрю. Что я здесь увидел? А я увидел, где уже потерял. Пока ходил. А, вон он. Обошел стороной. Вот такой орешник. И под орешником беленький. Ой, какой красивый. Это кто? Это масленок. Стороночка его. Рядом с масленочком беленький. Сюда еще один масленок. Вот так вот по соседству. Три гриба. Хорош. Сейчас посмотрим. Вот. Край леса. Это поле. Красиво. Птичка поет. Немного пасмурно. Выходил я по тропе, пробитой квадроциклом. А заходил я вот здесь в лес. Набрал грибочков. Был я недалеко и недолго. Грибов достаточно. Поэтому все в лес. Пока позволяет погода. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До свидания.